А сейчас мы с вами побываем на ночном рынке Хунчуня. Здесь я первый раз, сам не знаю, что будет. Но я думаю, что будет интересно. Пойдемте, посмотрим. Это какой-то Лас-Вегас. Ряды с китайской едой. Мы все это посмотрим, заснимем, посмотрим, какие цены. Черепаха будет жареная. Запахи тут сногсшибательные. Хочется все попробовать. Все вкусное. Это корейская еда тапоки. Но она не острая. Как вы думаете, кто это? Картошка. Очень вкусно, просто очень. ¥10 стоит одна штучка. Бесподобно. Это детский парк на ночном рынке. Наверное, аквапарк целый.